Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в мафию. Выпуск 2002 года. Я никогда раньше не видел таких замков. Я никогда раньше не видел. Блин, я не могу такую машину взломать. Ну-ка. Встретьтесь с Полли на складе. Так что у нас на сегодня, Ральфи? Привет, Том. У меня для тебя новая машина. 65 лошадиных сил. И если до отказа утопишь педаль, то выжмешь 0,75. Это вот, наверное, новая машина. Поставили на нее новый замок, а это не беда. Смотри. Видишь, это очень тупо просто. Можешь взять эту машину или старую, как хочешь. Спасибо, Ральф. Нет, я уж буду эту брать. Господи, и катафалк здесь. Так, Канада. Ладно. Дай-ка я поставлю. Ладно, едем пока. Едем. В натуре три вагона. Блин. Ну, вроде неплохой тарантас. 40 миль в час. Кстати, мили-то они побольше километра. Поэтому это больше 40 километров. Теперь на мост заедем. Поехали. Так, а что мне туда загонять-то надо? Даже не знаю, мне стоит туда вообще что-то загонять, автосервис. Вроде миссий таких не было. Чтобы что-то загонять. Вау, далековато. Ладно, до упора едем. За рулем пьем. Ментов нет. Ментов нет. Трамвай, вау, который нас мог снести. Так, разметка тут неправильная, блин. И направо. Давай. До упора. Надо под трамвай не попасть нам. Блин, длинный забор, что там находится-то?
А чего вы мне сигналите? Сам, блин, заворачиваешься. С хрена ли должен тебе уступать-то? Помеха справа. Так. Куда-то сюда. Вот так. Загородная прогулка. Эй, Томми! Едем на ферму за городом, заберем пару грузовиков отличной косорыловки. Тебя отправили с нами на всякий случай, но вроде все должно пройти гладко. Тебе не надо ничего делать. Парни загрузят фуры и поедем домой. Сэм уже там нас ждет, дай бог, чтобы не выжрал половину еще до нашего приезда. Я буду везти. Копам заплачено, так что не о чем беспокоиться. Да я вроде и не беспокоился, даже если не заплатили бы. Похоже, можно было бы остаться дома и поспать. Эй, раз я не сплю, так и тебе не положено. Ну, конечно. Что-то не положено. Поехали. Положено, не положено. Веди давай. Или что, я же не за рулем? Аккуратно ведут. Природа, никаких тебе стрессов. Да, надо здесь я согласен. Только лучше днем. Ты-то предпочел бы нам Сару, дочку Луизы, так? Она твоя ночная смена. Что ты можешь об этом знать? Можешь, но и все остальные. Даже Луиджи знает, что ты за ней ухлёстываешь. Думаю, чтобы он очень возражал, в конце концов, ты спас ее невинность. Держу пари, что ненадолго, а? Усохни, Коль. Ты что, свечку держал? Ладно тебе. Я шучу, она хорошая девочка. Вы друг другу подходите. Вот уж в чем не уверен. Я не представляю себе, что прихожу домой и говорю. Знаешь что, дорогой, работай себе. Наоборот, 10 клиентов завалил. Ты же не обязательно говорить об этом дома. Если не будешь вести себя так, как думают о нас газетчики, ей будет плевать на все это дерьмо. Она ведь что надо. Тебе это кажется нормально? Жизнь скрывать от человека, кто есть на самом деле. Да не дергайся ты! Черт! Что стряслось? Сэм должен был ждать здесь, а его нет. Пахнет жареным. Слышь, мы подождем здесь у грузовиков, а ты тихонько сходи, проверь, что делается. Спасибо за доверие. Возьми с собой пару бирюль. Помповое ружье, понятно. Так, через какое-то время он опустит, да? Начнем отсюда. Ладно. Сарай закрыт. А где стрелять-то надо будет? Аптечка, блин, перестрелка будет знатная.
Ладно. В большом сарае будем знать, что есть аптечка. Подожди. Нет, нет, нет. Все сараи обойдем. Перед тем, как дальше идти. Я уверен, они могут и выйти и сзади напасть еще. Но это уже совершенно другая история. Блин. Здесь ни хрена. Господи, твой друган заболел. Кто вы? Вы из полиции? Мистер Морелло и шериф хотели бы передать привет и сообщить вам, что с этих самых пор они берут на себя эту работу. Где? Так. Кто тут? Блин, блинский. С боем прорываться. Где-то еще тело было, вот оно. Ты из чего стрелял? Понятно. Вернитесь назад. Ой, так если мне их не надо убивать, то я могу вернуться назад прямо сейчас, вот. Ха-ха, я не по дороге побежал. Обманул вас. А у вас что, тоже перестрелка там? Его ты видел? Нет, не видел. Но там есть запертый сарай, он может быть внутри. Без него мы не уйдем. Надо вернуться и найти его. Хорошо. Ладно, вернемся. Только сперва надо найти лом или что-нибудь в этом роде, чтобы выломать дверь сарая. Ладно, пошли. И смотрите за грузовиками. Каждого, кто подойдет ближе, чем на 100 ярдов, в расход. Кроме нас, конечно. Окей, босс. Так. Ладно, идем.
Вы отсюда вылезли, да? Обыскать труп. Ладно. И этот выбежал. Кто здесь был? Где он? Так. Ну-ка. Кто где? Так. Ого. Конечно, я нахрен тут бегал на прошлой миссии, мама, не горюй. Понятненько. Thank you.
Так. Так. Давай. Чё? Давай. Да здесь была бойня. Минуточка, гляди. Похоже, они хотят совсем стереть нас с лица земли. Да? Но это будет не так-то просто. Сам наверху, он в порядке? Ага, в порядке. По крайней мере, хуже уже не будет. Ладно, я заберу его. Постой на шухере. Сэм, это я, Полли. Вставай, пошли домой. О, надо к доктору. Я неважно себя чувствую. Похоже, что-то подцепил. Так. Думаю, ты прав, у тебя немного течет из носа. Сэм, тебя положим в кузов. Том будет с тобой на всякий случай. Ладно. Том, давай с ним и следи в оба. Еще едут. Вот Томск, вдруг понадобится. Понял. Поль, похоже, у нас тут еще гость. Том, сзади Томпсон и немного потом. Сныкайся за ящики и приготовься. Стреляй, как только они будут позади нас. Следи, чтобы они нас не обогнали! Давай. Охренеть! Так. Блин, это что за миссия такая дурная, нахрен? Охренеть. Вот так. Я так думаю, время надо выдерживать. Появилась машина на горизонте. Блять, да чё так быстро-то? Ой-ой-ой, не-не-не-не. Загрузить. Блин, жизни-то мало. Так, сколько машин-то будет? Сомневаюсь, что много. У меня всего 250 патронов. Учитывая, что я должен был палить во все стороны, как попало. Блин, хреново, прицела нет. Из-за поворота давай. Сейчас. Так, что-то мы удачно пока едем. Бак какой-то, взад уходишь, все, машин нету. Минус.
Так. Не знаю, что случилось. Баг это или нет. Нам нужно проехать определенное расстояние, либо расстрелять определенное количество машин. Так как машины не появляются, едем пока по расстоянию. Ждем. Никто вглубь не уходил, да, все там тусуются у начала, чтобы лучше видеть, чтобы лучше расстреливать. Ну давай посмотрим, куда мы далеко уедем, нет? Пока едем. И никого. Тишь да гладь, да Божья благодать. Или я всех расстрелял? Сэм, мы у доктора. Боже, Полли, это ты? Что ты тут делаешь так поздно? Добрый вечер, доктор. У нас тут был несчастный случай. Нужна ваша помощь. Ладно. Где он? Несите его внутрь. Ага. Это наш доктор. Он не задает вопросов, и Сэм будет в надежных руках. Естественно. А ты уверен, что это не какой-нибудь мясник-недоучка? Еще бы, он лучший врач, которого можно нанять в этом городе. Коновал! Если тебя ранят, ты еще спасибо скажешь, что он у нас есть. Ладно, надеюсь, он позаботится о Сэме. Если меня ранят, меня столько нахрен хреначили. А вы... Хорошо, что все кончилось. Сэм еще легко отделался. Поймаю ублюдка, который нас так поставил. Оторву башку. Похоже, у кого-то мы в печенках сидим. Верно замечено. Не знаю, как ты, а я бы пошел врезал по маленькой. Когда Дон узнает, что случилось, работы будет чертова прорва. Это же настоящая война. И это нехорошо. Это крайне фигово. Да? Ну ладно, доброй тебе ночи, Дон. Спи спокойно. Или хотя бы постарайся. Все. Go home. Луку Бертони можете навестить? Могу навестить, да только я знаю, что ли, где он живет тут. Лука Бертони. Куда мы там приехали нахрен? Лука Бертони. Разогнался. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну так-то интересная история у них складывается. Так своего рода необычная. Луку Бертони. Где он, Лука Бертони? Вот это какая? Это что такое? Честно скажу, не знаю.
Или можешь съездить туда. Автосервис Бертони. А, вот, Бертони. Давай. Ментов я не вижу. Вот так. Только зачем мне его навещать, я не понимаю. Твой приход – это подарок небес. Тут один осведомитель болтает, что копы охотятся за моим хорошим другом. Эй, нужно как можно скорее послать ему весточку. Он живет в Хобокине. Сможешь предупредить его? Ладно, Лука. Хорошо. Это, блин, откуда я приехал? Давай. Ой-ой-ой-ой. Время-то вообще мало. Охренеть. Можете заехать, называется. Давай. Ну, вроде немного осталось. Так и времени тоже немножко осталось. Так, этот пропускаю. Вот она. Меня послал Лука Бертони. Тебе нужно исчезнуть. Копы будут здесь минуты на минуту. Черт, поблагодари Лукаса от меня. Тебе тоже спасибо. Выйду через заднюю дверь, чтобы никто не видел. Удачи. Да выходи как хочешь. Вернитесь к Луке Бертони. Хорошо. Я какую-то фишку получу. Вау, все-таки снес нахрен. Хоть что там, блин, в этой игре снес. Ой-ой-ой. Блин. Так. Ну сейчас там полегче. Сейчас, кстати, ночью почему-то копов-то и не видно очень-то. Да. Так, направо. Едем в натуре три вагона. Так, сколько нам? На следующем поверну. Вот здесь поверну.
И вот здесь поверну. А ничего страшного. Они просто неправильно установили его. Так что? Порядок, все прошло удачно. Он поблагодарил тебя и быстро исчез. Слава богу. Что ж, у меня есть награда для тебя, Томми. Давай. Вот, она совсем новенькая. Немного не такая, как другие машины. Это новая серия автомобилей аэродинамической формы. На мой взгляд, она просто душка. Хотя многие таких не любят. Главное, урчит, как котенок. Можешь легко заполучить такую. Просто поверни эту проволоку вот здесь. Бац, и все. Прекрасно у вас машина уводится, нахрен. У одного парня в Оуквуде есть такая же модель. Он оставляет ее перед гаражом, за домом. Ага. Прекрасно, спасибо. Ну, пойдем машину угонять. Так. А где машина-то? Не показано. Так, ладно. А я, видишь, на зеленый проехала. Ха-ха, еще и скорость не превысил. А тут ментов нету. Давай, куда мне ехать-то? А, вот. Так. Здесь пропускаем, на втором заворачиваем. Давай, немного осталось. Блин, тачку на халяву получаю. А я ее вижу. Ну ты сам же на нее наткнулся, идиот, ты даже в нее уперся. Что за непроработка нахрен? Аэродинамичный, говоришь? Возвращайтесь к Сальери. Конечно. Давай. Ну так-то реально что-то она вон разгоняется, что-то шустро. Оп-оп, и уже он гонит. Значит, уже в то время думали об аэродинамике. Хотя, блин, слово-то такое для них должно быть, для динозавров.
Вау, у меня то жизни, да, портится. Заметили? Даже при таком столкновении. А первый пропускаем, на втором поворачиваем. Вот здесь повернем. Полиции нет. Ой, что-то напоминает мультсериал. Что? Диснеевский, чокнутый. Времени нет, тормоза тоже нет, в голове винегрет. Если не ладит крыша, дело судно золотой. И сегодня летом мы с тобой приветом. Не путевый нас постовой. Не путевый постовой, потому что с полицейским был. Так что это был какая-то, не знаю, белка, енот. И я даже не знаю, кто он там был-то. По мультфильму. Так. Все понятно. Въезжаем в туннель. Ха-ха. С разбега. И прямо с разворота въебались в ворота. Как он? Без руки вел машину, без ноги жал на тормоза. Слепой указывал им путь, а дурак хихикал без конца, да? Ну, как-то так они. Блин. Ну, давай, давай, посмотрим, как ты доедешь. Так. Здесь мы поворачиваем налево. Кратчайший путь. Ибо нехрен. Вот он, сквозной у нас. Не показанный на карте. Видите? И сюда. Вылазь. Ну-ка, да, я сообщу этому, кто привез тут новую тачку. Ни хрена. Ну ладно. Хотел обрадовать парнишку-то. Хуже вчерашнего с нами еще ничего не случалось. Мы потеряли 8 человек, весь груз. И Сэм даже не может встать. Это война, и она захлестывает нас выше макушки. Он уже привлек на свою сторону прокурора. И тот сейчас усердно под нас копает. Кроме того, он в хороших отношениях с советником, сыном которого ты шлепнул, Томми. Так что на нас напустят и копов. У них ничего против нас нет. А вот и не угадал. Вчера Фрэнк сдал все наши конторские книги. У прокурора нынче праздник. Проклятие! Фрэнк вряд ли хотел крови, но он, похоже, не стал бы возражать, если бы я получил пожизненное. Эти конторские книги дадут прокурору кучу улик против нас. Но без Фрэнка они бесполезны. Нам придется ликвидировать Фрэнка. Вы имеете в виду убрать его? Я что, должен пришить Фрэнка? Больше 20 лет я знал Фрэнка. Мы вместе достигли многого. Но Фрэнк нарушил омерту. Не знаю почему,
Наверное, у него были свои причины. А у нас есть свои причины, чтобы убрать его и вернуть эти книги. Иначе все мы получим срок. И не маленький. Как пожелаете, босс. А точно нет тут других? Точно. Я думаю, сегодня наш последний шанс сделать что-либо до того, как Фрэнк окажется вне нашей досягаемости. Что мне нужно сделать? Сначала найди этих двоих и узнай, куда отвезли Фрэнка. Это пара стукачей. Они контактируют с копами и с судом. Кто-нибудь из них точно должен знать. С Большим Бифом из Чайна-тауна ты уже знаком. А малыш Тони вечно ошивается на острове рядом с музеем. Потом отыщешь Фрэнка. Делай, что хочешь, но не убивай его. Пока он не скажет, где книги. Капишь? Понял. У Фрэнка будет охрана, так что сначала тебе придется их перебить. Как только вытянешь из него, где книги, убей его. Ладно, босс, как пожелаете. Удачи, Томми. Пушку возьмешь у Винченца, машину у Ральфи. Да. И помни, если не справишься, нам всем крышка. Мог бы не напоминать. Черт подери, что ты натворил, Фрэнк? Ты же был мне как брат. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!